Люблю, когда ты смеешься, глаза улыбку твою. Люблю, когда ты проснешься, говорит тебе, как я люблю. Люблю, обо всем забывая, и от счастья пою. Я хочу, чтоб ты знала, родная, люблю тебя. Люблю, обо всем забывая, и от счастья пою. Я хочу, чтоб ты знала, родная, люблю тебя. Я просто люблю. Ну вот смотри, да, время как быстро сейчас бежит. Творческие планы, может, конечно, это жлобское такое словосочетание. Вот. Ну, а вообще, в принципе, сейчас над чем? Ты уже говорил. Плотно работаю с Татьяной Булановой сейчас. Вот сегодня, к сожалению, не вышло. Должна была, на Первом канале была снята песня в программе «Здоровье». Песня, новая песня Тани Булановой. Называется «Все будет по-моему». Надеюсь, что в следующее воскресенье в 9 утра она выйдет на телеканале ОРТ. В программе «Здоровье» эта песня. Вот. Работаю, я уже говорил, с Методией Бужором, работаю с Анатолием Тукишем. Сейчас мы будем записывать пару песен. Слышите, ребята из Бийска и, да, из Ставрополя, слышали? Да. Олег Попков, да, ждете, да, ждите, да, да, песню. Да. То есть творческие планы я практически удвоились после сегодняшнего эфира, потому что наконец-то. Давайте посмотрим, пока есть время. Вот с девушкой, это наша работа с Таней Буланова совместная песня. Мне очень нравится, называется «Просто ветер». Клип, правда, старенький, но мы еще молоды. А я ответил: ветры бросили.
Две минуты у нас есть с тобой поговорить. Вот я хочу, чтобы твои песни защищали честь нашей страны на Евровидении. Надеюсь, что сейчас смотрят нас те, кто положено. И господин Мединский, господин Аксюта, я думаю, вы нас слышите. Вот у вас замечательный русский национальный поэт, композитор. Не нужно тратить тугрики в 100 раз дороже, да? Она пишет качественнее. Не, я согласен участвовать в любом конкурсе, потому что у меня был вариант, когда была песня, был фильм «Выкрутасы», и был объявлен конкурс на песню, которую должна была петь Мила Йовович. И в этом конкурсе я реально первое место, я победил. В результате, конечно, не Мила Йовович спела, потому что не получилось, а спела Юля Чечерина спела. Но, тем не менее, песня получилась очень хорошая. Ну, это как бы вкратце. Просто сейчас колоссальные творческие планы. У меня есть еще некоторые, скажем так, надежды на электронный какой-то свой проект, которым я занимаюсь. Это некая лаунж. Чтобы Ибица уже была под твоим именем. Нет, это просто шла. Интересно, потому что я иногда свободная от композитора все время играю на саксофоне. Купился, кстати, саксофон нормальный. Скрипач, играю, молодец. Да. Скрипач это в прошлом уже. Нет, да. Вот молодец. А саксофон, музыку любишь по-настоящему, да. Она у тебя в крови. Я люблю. Я ничего другого не умею, честно говоря. Бизнес у меня не пошел, ресторан мы закрыли, поэтому осталась только музыка. Ну вот смотри, а вот если бы случилось так. Возможно сказать, Олег, вот мы вас, русских, слушаем, ты только один хороший. С кем бы ты хотел бы, вот в каком бы команде в сейшене ты бы поиграл? Именно на чем? Ну, подсказ, чтобы там был Крис Ботти и ищу там дальше. Я не настолько хорош, как исполнитель, чтобы с какими-то звездами прямо но на равных играть. Но кто-то нравится тебе по музыкосложению? Ты имеешь в виду инструментальное или какие-то... Ну, вообще, вот какую-то музыку слушаешь... Мне очень нравится все, что делает Мадонна, все, что нравится Леди Гага, все, что нравится Бейонсе, все очень нравится. То есть, ну, такой достаточно... А Стиви Уандер вот был, он постарше тебя будет. Он был, да, но мне нравится в первую очередь то, что современно. Мне очень это нравится, и мне нравится, когда используют какие-то... сэмплы и фрагменты какие-то старые. Но, тем не менее, мне нравится современное, модное какое-то звучание. Ну что ж, я хочу сказать, для того, чтобы не обрезать ничего из нашего видео, из то, что ты сегодня говорил, что у тебя есть проба. Там есть такой проект, клуб, да. Клубного транс. Это лаунж, легкий лаунж такой. Это был мне такой, в Москве мы снимали этот клип. Легкий был эксперимент, но мне это нравится. Этим я занимаюсь. Я хочу сказать тебе спасибо, что ты выбрал время. Спасибо за диск. Большое, отдельное одно спасибо, друзья мои. Напомните потом, в каждую передачу звоните, напоминайте, что Попков обещал. Обещал. Песню Тукишу, да? Чтобы в юбилейном с аранжировкой концерте, только, с аранжировкой, чтобы да. я мог да, в твоем да, юбилейном да, концерте да, вместе. Да. Кстати, я, кстати, уже думаю об этом, да, я думаю, что скоро. Вот, спасибо тем, кто сегодня звонил, кто смотрел нас. Мы еще не закончили, мы просто прощаемся для того, чтобы снова посмотреть еще один ролик в исполнении нашего дорогого, любимого, талантливого, гениального петербуржца Олега Попкова. Спасибо, дорогие друзья. Все, что я делаю, делаю только для вас. А в следующее воскресенье снова встретимся об эту же пору в этой же студии. I'm
Что наша жизнь? Игра? Игра второго плана – это ирония судьбы или ее привилегия? Игрок второго плана – это баловень судьбы или ее заложник? Попробуем разобраться в этом вместе с вами на телеканале «Вот».